друзья, собрались мы на ужин, называется. Друзья, что это далеко не первая наша поездка в Мексику. Первая неудачно очень прошла в связи с всякими пищевыми там, не знаю, как назвать, инфекциями, отравлениями. Нам говорили, что в Мексике вода некачественная какая-то, вот со всякими такими проблемами. Одни люди, другие говорят, ой, что вы там выдумываете и так далее. Ну, в общем, мы поняли, что нужно что-то с этим делать. И вот то, что мы с этим делаем, сейчас у Светы в руках, я попрошу ее продемонстрировать. Вот это вот такая пипеточка такая. Это не пипеточка, это бутылочка с выжимкой из семян грейпфрута. Ну да, но она пипеточка, ее можно капать из нее. Значит, итак, там высокой концентрации выжимка из косточек грейпфрута. Которая обладает антисептическими свойствами. И мы что делаем? Мы перед тем, как пить их воду, давай, Света. Раз, два. Вот так две капельки. Я бы даже сказал, что оно и на вкусе не сказывается воды. Сказывается. Ну, кто-то говорит, сказывается, я не чувствую. Вот. Но и надо дальше размешать. И мы считаем, что вода становится годной к употреблению. Вот, Саша, расскажи нам, пожалуйста, что это у тебя за блюдо такое на тарелке? Вот это дыня в шоколаде. Вот это маршмеллоу в шоколаде. Так. Вот это зеленая дыня в шоколаде. Так. А вот это ананас в шоколаде. Ты это знаешь, потому что ты сама их шоколадом полила? Да. А еще тут как-то чуть-чуть видно. Чуть-чуть просматривается. Только ананас не видно, поэтому я помню, что у меня ананас был. Так ты подожди, но это такой ужин у тебя или ты уже что-то поела? Я уже что-то поела. Ну, а теперь вот сладенького. Да. Ну, давай, не испачкайся. Ну, да. Здесь на курорте много детей. Вот видите, тут в меню, это называется Kids Corner, да, детский уголок. Давайте посмотрим, что предлагается детям. Так. Вот фасоль, рис. А дальше начинаются сосиски. Куриные такие. Ну, котлетками не назовешь. Картошечка жареная. Видите, успехом пользуется, там мало чего остается. И вот всякие бургеры. Гренки. Вот это, ребята, детский уголок.